На профилактическое мероприятие, посвященное безопасности перевозки детей. Напоминаю вам о необходимости использовать детское кресло в соответствии с возрастом ребенка. Не забывайте венку пристегивать. Маленький пассажир – это большая ответственность. Это должен знать каждый водитель, который перевозит в машине ребенка. Об этом щелковским автомобилистам напомнили сотрудники ГИБДД в рамках специальной профилактической акции, которая так и называется «Детское кресло». Они вручали автомобилистам-родителям специальные тематические листовки, где подробно рассказано, какие правила необходимо обязательно соблюдать, если в машине находится несовершеннолетний. Прежде всего, если ребенок младше 12 лет, он должен ездить только в специальном удерживающем устройстве. В рамках запланированного профилактического мероприятия «Детское кресло» на территории обслуживания у нас, значит, отдела ГИБДД проводится массовая проверка водителей, значит, которая направлена на предмет нарушения водителями, значит, правил перевозки несовершеннолетних пассажиров в городском округе Щелково. Вот, значит, сотрудники госавтоинспекции останавливают транспорт, значит, в местах, обозначенных конусами, после чего проводят профилактические беседы с водителями транспортных средств, рассказываем о целях, задачах проводимого мероприятия. Также сотрудники госавтоинспекции объяснили, самое главное, чтобы установленное в машине детское кресло соответствовало возрасту, весу и росту ребенка. Именно это обеспечит маленькому пассажиру максимальную безопасность во время поездки. В случае нарушения данных правил водителю грозит штраф на сумму 3000 рублей. На этот раз в ходе проведенного профилактического мероприятия нарушений выявлено не было. Всех малышей перевозили по правилам. Мария Буржинская, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.